что, понедельник день тяжелый, доброго всем дня. Сейчас загрузимся и полетим. Много тут всего интересного добавилось. Ну, в частности, призыв трех королевств. Со всякими китайцами, японцами. Ну, как вы любите, в общем, здесь. Все как надо. И чтобы их призвать, надо получить монеты. Монеты трех королевств у нас выдаются по итогу сражения. Вот этого. Войны. Соответственно, сейчас еще помимо этого идет сбор монет на заветный призыв. Вот тоже сегодня стартовало. У меня их пока что 170, есть шанс набрать 200, 300, ну 400 нету, ну 360, если все пройдем, где-то наберем. Ну и соответственно вот эти монеты, они дадут нам шанс в заветном призыве выбить, попытаться пятерку. Давно их не было, пятерок на канале. Много шотсов записано, много призывов сделано. Даже взять вот меня, который не донатит, вообще 11 уже призывов сделано. Я вам скажу, что вообще ни копейки сюда не вложил. Все честным трудом, ивентами. Ну, кто наблюдает, тот может отметить, что сюда не вложено ни копейки. Практически каждый день, ну, через день. Ролики по империи пазлов есть у нас. Можете отследить. Все по чесноку. Вот. Те, кто уже набрал по 100 призывов, понятно, что они донатят. Это в лес не ходи. Честным трудом 100 призывов будете очень долго набирать. Вот. Ну, а я, соответственно, перемещаюсь турнир, в котором пока что оборона С, без фиолетовых. По сути дела, хорошая оборона стоит, 4846. Специально взял вот эту даму, чтобы она накидывала. Ну и два желтых довольно-таки сильные. С урэем по центру. Погнали! Требования к рангу, видите, минимально допустимый ранг — это пятерка, то есть четверок брать нельзя. Вот так вот. Ну чё, здесь берем 3+2, 2 красных и 3 зеленых. Поехали. А нет, смотрите, можно брать 4. О, вот оно как. Давайте первый вот такой вот зайдем. Тапок. Отобьемся. Если все удачно, сейчас выиграем. Ну, я думаю, что все удачно. Судя по камням. Небольшие что-то лаги ловлю. Ну и все. Считай, здесь отбили. Там уже Вивика, но она нам не страшна. Давай-ка сюда кинем. Thank you.
Ну вот такие вот пироги. Первый тапок зашел, ну ура. Даже не разложились. Давайте второй. Может, все-таки здесь зеленых больше взять? А что если моно-зеленым вообще пойти? Оно же у меня сильное. Моно-то это. Можно даже вообще онли пятерки взять. Хотя здесь каждое усиление дает тролли-валли. Ладно, давай попробуем. Моно-зеленого. Так, есть. А я вот хочу вот так. Раз. Так, так, так. Два. Вот Джун сейчас ударит. Чуть-чуть не хватило. Блин, зараза. Так, ну второй раз нельзя, чтобы он ударил. Ну и, конечно же, забираю вот этот угол. В принципе, кто здесь? Мимо. Шикарно. Забрали. Так. В теории. Вот так, наверное, взорвать. Очень аккуратно здесь играем, конечно. Не хочется изарнию, конечно, заряжать. Но. Так, ну давай вот здесь вот. Может, подъедет зеленый, нет? Больно, да, бьют. А, и заднее все-таки бьет. Вот зараза. Че, выдержит? Мои ребятушки. Козлятушки. Ай. 81. Один камень. Зараза такая. А, натыкали, блин. Ладно. Моно здесь не канает. Давайте красно-синие. Вот так вот. На скорость поставлю отряда. Поехали. А, зараза. Ну ладно, ладно, бог с ним. Ну, синих тогда переждем чуть-чуть. Кристобаль. Хочется ударить вот сюда. Сколько сейчас синие ему снимут? Слушайте, Кристобаль. Сильный, зараза. Ну, давай один сюда. А, обошел, зараза.
тоже. Ой, там снизу же красные были, не заметил. Ладно, сорян. Ну все, тут загасились. Это третья, да, была? Ну, сюда красно-зеленых надо брать. В принципе, наверное, можно было, ну, в теории деда взять, который бы снимал, но это в теории. На практике... На практике не было, кого бы взять. Ладно, давайте вот так загасим его. Потихоньку, потом сбоку там притаился, стоит, спрятался. Раз, два. Ну и все, и делов-то осталось копейки. Выиграли. Усиление. Подрубаем, смотрите, под усилениями, насколько мощно бьют. То есть, в принципе, клык тут даже не 30% добавляет. А весьма много. Последний тапок. Да так же пойдем. В принципе, сбалансированная команда здесь. Весьма баланс ловим. Бальба. Четверка есть. В принципе, готово. Закидываем. Нельзя давать вот этому, конечно, чуваку бить. Что, победа? Win. Под усилением, смотрите, сколько бьет. Стрелы 1043. А вот это Ляна колотит. Ну и того, топ-10, в принципе, неплохо, можно было в топ-5, если бы не поражение. Ну, напишите свои результаты. Пока-пока.